2015 году на широкие экраны вышел сериал «Вишневый сезон», который сделал из Асге Гюрель настоящую звезду. Она сыграла девушку по имени Ойкю, которая по сюжету влюбляется в непостоянного архитектора Аяза. Напарником актрисы в этом проекте стал красавчик Серкан Чаеглу. Съемки сблизили звезд, и вскоре они начали встречаться. На протяжении 2 лет Асге и Серкан скрывали отношения, однако позже тайное стало явным. Влюбленные пока живут в гражданском браке, но в скором времени планируют пожениться. В персонажа Демет Аздемир в сериале «Аромат клубники» просто невозможно было не влюбиться. Одновременно скромная, но в то же время очень целеустремленная девушка быстро покорила сердце главного красавчика, роль которого исполнил Юсуф Чим. Сценаристы и продюсеры проекта будто бы специально подбирали локации для съемок и придумывали такие сюжетные повороты, чтобы актеры забыли о своей прошлой жизни и окончательно и бесповоротно зациклились друг на друге. На протяжении некоторого времени у Чима и Аздемир действительно был роман, однако вскоре после завершения работы над сериалом они расстались. Многие зрители ассоциируют Бурака Асчевита с его напарницей по фильму «Черная любовь» Неслихан Атагюль, но сердце этого парня давно завоевала другая красотка. Со своей будущей супругой Фахрие Эвджан актер познакомился на съемках сериала «Королек. Птичка певчая». Между ними сразу же пробежала искра, однако встречаться звезды начали значительно позже, так как на момент выхода «Королька» Бурак был не свободен. Они с Фахрие поняли, что любят друг друга, в 2015 году, после выхода мелодрамы «Любовь похожа на тебя». Спустя 2 года актеры поженились, а в прошлом году жена подарила Асчевиту сына, которого они назвали Каран. Кадир и Неслихан познакомились на съемочной площадке сериала «Два лица Стамбула», где им пришлось играть влюбленную пару. Дагулу всячески поддерживал напарницу во время совместной работы. Вскоре их дружба переросла в нечто большее. В 2015 году актер сделал девушке предложение. Та не смогла отказаться. Пышная свадьба состоялась спустя год. Супруги все еще счастливы, несмотря на то, что теперь в сериалах им приходится играть любовь с другими людьми. Халид Эргинч и Бюргезер Карель – одна из самых красивых пар в турецком кинематографе. Их свел сериал «Тысяча один ночь», где актриса играла девушку из бедной семьи, влюбленную в бизнесмена, избалованного женским вниманием, роль которого исполнил Эргенч. Почти сразу после окончания съемок звезды поженились, приятно удивив своих поклонников. Позже у них родился сын, которого счастливые родители назвали Али. У Мурата и Бирджи случилась любовь с первого взгляда. Уже спустя 3 месяца после начала совместной работы над сериалом «Между небом и землей» актер сделал любимые предложения. Отношения пары развивались стремительно. Вскоре знаменитости поженились, однако спустя 1,5 года совместной жизни оформили развод. В 2014 году Акалай снова вышла замуж, на этот раз за актера Сарпа Левендеглу. Но и этот брак продлился недолго. Спустя 3 года супруги развелись,